За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все распаливали ужин, и хозяин весел был. О жене своей все время говорил. Ели мясо мужики, и вам забивали. О чем конюх говорил, они не понимали. Все вы как ни странно, конюх хриплым голосом проговорил. С моей папою встречались в тайне от меня, и поэтому всех вас собрал сегодня я! Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем конюх говорил, они не понимали! Хорошо!